Всем привет, меня зовут Диана, и сегодня я вам расскажу про вот такую замечательную игрушку, которая называется Sweet Dream Evan. Как вы видите, это очень симпатичная мягкая овечка, прям вот ее так и хочется держать в руках и мять, прижимать к себе. Очень-очень клевая, очень приятный мягкий материал. И в чем ее, собственно, преимущество? Это не только мягкая игрушка, это также и ночник с различными звуковыми эффектами. Вот смотрите, сейчас я все покажу. У нас вот тут вот у нашей овечечки на пузике есть вот такой кармашек, который расстегивается. И, собственно, вот здесь вот вы можете увидеть, есть пульт, благодаря которому выбирается наиболее удобный для вас режим работы. Она работает в 4 разных режимах. Вот. Я выбрала самый что ни на есть обычный. И включаем овечку. Как же ее включить? Нажать на лапку. Нажимаем на лапку. И видим, что она подсвечивается очень приятным розовым светом. И она издает... Она издает звуки, да. Она издает естественные звуки, которые малыш привык слушать, находясь в животике у мамы. Стоит отметить, что это не искусственные компьютерные звуки, а самые что ни на есть настоящие, поэтому они очень благотворно подействует на сон малыша. Также мы можем включить колыбельную. Тоже очень приятную, и которая также сопровождается звуками биения сердечка. Вот. Выключить овечечку очень просто. Просто опять-таки нажмите на лапку. И вот наша овечка снова превратилась просто в обычную игрушку. У нее есть таймер 20-минутный, и, собственно, вы можете выбрать любой удобный для вас режим. Что еще следует рассказать про эту замечательную игрушку? У нее есть вот такой вот хвостик, который поможет вам прикрепить ее куда угодно. Это на кроватку. Вы можете ее вот зафиксировать на переноску, на коляску, в общем, куда вам будет угодно. Также этот хвостик поможет вам не потерять, к примеру, прорезыватель или пустышку ребенка. Ну, вот, к примеру, вот так вот мы фиксируем ее. И, собственно, игрушка, прорезыватель или пустышка всегда будут у вас под рукой. И что еще хочется сказать про эту игрушку? Она подходит для всех малышей с рождения и для разных возрастов совершенно. Например, я бы ее сама себе взяла, потому что она прям очень-очень приятная, и с ней, я уверена, очень быстро уснешь. Собственно, на этом у меня все. Вот такая вот у меня в руках замечательная овечка Sweet Dream Evan. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, добавляйтесь в соцсетях и хорошего дня!